доброй ночи, ребятки. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Саш. На этой мысли я вынужден удалиться. Споки, Саш. Рад был тебя видеть. Наверное, баг системы, я только что у него на стриме. Возможно, баг. Блин. Давай, Лили, ты справишься. Твич лагает. Да, Твич лагает. Так, хорошо, в чем проблема моя? Какая проблема с этими двумя бабами? Я понимаю, у меня с бабами в принципе проблемы, но с этими двумя конкретно, конкретно с этими двумя какие проблемы? Мужчина, вы заколебали. Блин, блин, я бы поел блинов. Я блинов не ел уже очень давно, я бы тоже хотел блинов. С красной икрой. Блин, бро, я с тобой, держи. Ну, двигайся, придурок. Не, ну... Я сейчас буду материться, я базарю. Я люблю сёмга. Мне тоже нравится с рыбой и с красной икрой. Хоть один хороший дабстеп-трек. Думаю, это страшный сон Илюшки. Он не знает, что делать, как быть человеком, написать... как бы человек написал мат, блин, но как бы написал про кулинарное изделие. Дилемма, да? Я буду материться, я базарю. Ну, блин, не мат, да, вообще. Блин, ну это тоже ремикс какой-то. А я со сметаной. Со сметаной тоже, конечно, хороший ремикс. Спасибо. Факт тоже не мат, на русском... В смысле, у нас тут за этот банили. Слов нет просто. Я ненавижу этих женщин. Просто это самые бесящие женщины в моей жизни. Я на эльфийском писал, меня заблочили. Ну как? Ну ты что делаешь? Ну твою мать! Чуть не порвало, блин, от этих женщин, серьезно. Лёша, куда идти? Лёш. Еще один турчак тоже, он не юзается вообще. Там где-то рычаг был. Да вот это, вы тоже... Да что это такое?
Вот рычаг, вот рычаг, он не используется никак вообще. Они не юзаются, эти рычаги. Что тот, что этот. Сейчас я отойду на минутку. Окей. Это не ДНБ, это не ДНБ, а не дабстеп. Ну да, я могу перепутать, потому что давно слушал и навскидку так могу ошибиться. И этот. Вроде сверху как-то можно спрыгнуть. Не этот рычаг, да? То есть и три веселых буквы тоже мат. Это какие? А какие эти три, Ли? Это провокация. Лёха на моём ремне хороша. Вова, ты дождался? Я дождался, да. Только, блин, оно все такое тихое. Не этот рычаг. Так, Капа Прайд в чат. Тоже не дергается. Обедать на венгерском. Вова Злюка с Украины, да, он с города Сум. Злюк, прости, если что. Там лесенка возле зеленой двери, а сверху вроде бы рычаг от нее. Это... Вот это место я плоховато помню. Лесенка, да? Блин, у меня... Ребят, я не понимаю, у меня реально постоянно на стриме чешутся носы. Я до сих пор не разгадал тайну этого. А чё, чё не появились эти? Костру дотрагивался, что ли? Там и женщины сейчас... А, нет, точно, все вспомнил. Спасибо большое, Пакман. Сколько там мутят за мат, я как бы просто спрашиваю не больше. По нарастающей.
А, в натуре, смотри, вот, я не заметил, да, здесь. Бэм, бэм, а, дэнь, дэнь. Слов не знаю. Прилочится. А нахрена вообще? Я как всегда вовремя бью эти дурацкие банки. Это что, как бы не бегает, как... А, хвост, да. Обожаю тынь. Тынь. Вот так классно поет. Не знаю, я просто слов не знаю, я бы спел бы. Не, чё, слышь, Лёш? Ну, в смысле, разве это не слова? Бэйн-бэйн. Раньше можно было увидеть писюльку Crazy Frog в клипе. Я сейчас плакать буду просто серьезно, Антоня. У меня друг перешел с писюли Crazy Frog на писюльки больших волосатых мужиков. Там как-то лифт надо опустить с высоченной башни, где-то лестница, где по лестнице карабкался. Ну, короче, вот здесь нет ничего. А, нет. Может, а, нет, стоп, я же отсюда пришел, да? Да. Джинки были. Вон, вон, вот эти джинки. Попрайд. Поете в чате. У меня ломаются мозги. Лёша, ты мне нужен.
Понятно. Ты статуя великана в комнате оживил? Нет. Там, где призрак, да, я понял, Леш. А как ее оживить? Подойти там. Может помочь затруднение. Чуваки, никто не встает. О, сейчас. Что произошло с Твичом только что, я не понял. У меня вышло из Твича и начало показывать какие-то сообщения, короче. О том, что типа он обновился. Песня, спасибо большое за нее. Дело в том, что я просто не очень сильно помню, как бы ясно, ладно, окей, забейте. Надо убить рядом с ней, тогда душа впитается. Кого? Если кто-то встал хотя бы. Алло, подъем. Ладно, походу мне нужно к... Так как реально кого? Ну ладно, хорошо, у меня есть подозрение, скажем так. Кого убить? Идея, точнее, я не знаю. На планшете же нет F5, да? Без головных големов, ну типа я да, думал их. Женщин пойдем или как? Да, наверное. Закрученная какая-то локация. Так, вот этих вот големчиков можно получить. Привет, ребят. Че, я сдохну здесь? Подождите, не мешайте. Да успокойся. Ну вон, душу он сожрал, короче, самый главный. Ох, меня раздражает, когда начинают просто спавнить атаки.
играй больше, пожалуйста. Обычное дело для этой игры, мне кажется. Если в нее не умирать, неинтересно. Бо сейчас пытается пройти игру, но он не подозревает, что она бесконечная. Но если она бесконечная, то в принципе она стоила своих денег. Это же лучшая игра в мире в таком случае. Вот он повернул, короче, эту чашу. Мужик. Да ну, с этим своим длинным мечом. Пара вот этих уродов, которые меня бесят. Теперь я умираю и придется заново. Долбалости. Теперь лифт заработает. А зачем мы, во-первых, сюда пошли? Стоп. Во! Да, точно, Лёш, я попёрся не туда, куда надо. Бэм-бэм. Вы издеваетесь? Который раз этот трек уже играем. Ром. Бэм. Вова. Сейчас мне сейчас голова закружится, уже тут долго будем еще ехать. Еще будет прикольный замок. Очередной не юзающийся. Короче. Потрясающая штука. Оу! Hello! Hello! Ключ скованного? И куда его засовывать? Да чтобы ты слова выучил. Второй и этот трэп микс. Ну, тогда это все замок, я понял. Замок. Ну раз трэп микс, все, тогда все. Тебя обманули, ты уже четвертый год играешь в эту игру. На дворе уже 2021 год. Уже вышел ББ, Ведьмак 4, Half-Life 3. Нет, что-то, постой, Хон. Чую подвох, Half-Life 3 не мог выйти в 2021 году. У меня нет ключа скованного, что мне делать теперь? Если нет ключа скованного, где ключ находится? Вот теперь у тебя... Ключик. Ну да. От двери снизу лифт. Господи, боже мой. Учуй подвох под этой игрой. По поводу этой игры. У нее нету конца. Будем искать ее конец. Перчатки. У меня просто несколько соков стоит. Я вот сюда отхожу. Вов, ты куда? К зеленой двери? Нет?
снизу лифта. Ладно, хорошо. Так я уже не пройду, получается. Come meet me by the sun. I don't know what you have to lose. Hold me close when you come. Так, ну а дверь это, то есть... А, ну да, она не юзабельна вообще. Сейчас женщина. Так, Лёша, мне надо сейчас к лифту, правильно? Вот это. Как же Людвиг? Не, ну, для меня топ это Леди Мария. Королевский проход. О, да, детка. Пойду в этот проход по-королевски. Боженька, я вхожу в тебя. What the fuck? Фух. Ого, давай, капа. Я уже понял. Выглядит они стремнее, чем... Ой, еще такая пипец. Чем... версия.
Все вроде забрали. Фух. Самый красивый, типа, да? Ага. Такого размаха тоже достает, да? Понятно, понятно. Я уже неправильно сделал. Камушек пока восстанавливать еще. Прикольная маска. Что это такое? Ты кто такой, друг? Не-не-не, тихонечко. Что-то не всегда выходит. Удары делать надо такие очень странные. Механику еще не совсем понял пока. Зеркало. Ура, зеркало. Ваучер. Может забить на него? Блин, да, вот этот самый длинный удар такой. Понятно. Нет! Все, да, жопа, просто же говно. Ну вот, серьезно, вот просто под конец какой-то бред просто сделал. Ой, все.
Чем его можно бить? Огонь, яд, сопротивление. Ничем, походу, да? Очень интересная механика, он из щита может игроков вызывать. А сейчас-то скучные мобы, и во время популярности Dark Souls 2 там так и перли реальные люди, было очень круто. Ну да, идея реально очень крутая, серьезно. Но я понял, да, что вот эти типа чуваки, как PvP-шные, типа. Мысли, что это было? Вы видели этот лаг? Это баг был. Офигенно. Прикольно, он тупо вырывается из этого зеркала. Чуть не про... не... это не пропустила сейчас. Так. Интересно, интересно. Не-не-не-не-не, я не хотел бить второй раз. Но я не вижу в этом даже смысла о чем-то. Я уперся в камень, если не смотрю.
смог пройти просто и все. Так, все, давай, хорош, заканчиваем с тобой. Фух, ладно, можно было в прошлый раз его убить, но окей. Здрасте. Хорошо нас встречают, ребят. Прямо, я даже не знаю, что сказать. А, это... которых мы не убили, да? Вот это лажа, конечно, то, что они придумали такую штуку. Я даже не сказал, что они придумали ее. Жалко, что я не дошел до этого момента, сейчас бы постоял перед боссом. Просто постоял. Еще один ненужный рычаг. Леша, объясни мне, пожалуйста, зачем здесь нужны эти рычаги? Кольцо какое там, пизда, взяли. Проверь в ВК, важная инфа. Важная инфа. Давай посмотрим, что за важная инфа. Комикс хороший. Я бы его посмотрел, в принципе, и после. Спасибо большое, Ваньку. Да, тут еще, если сам с фантомами идешь, вообще крутяк. Обычно просто лифт к тебе вызывают или в скобочках не работает, пока лифт рядом. Понял. Понял. Блин, вот эти штуки меня кумарят реально. Сжечь факел. Молния, дождь. Летают шары пиромантов и копья клириков. Бегают тяжелые рыцари. Ух, это было очень захватывающе. Знаешь, я немножко жалею, что я не играл в эти игры в то время, скажем так, когда они были актуальными, но сейчас я играю, и мне нравится, мне очень сильно нравится. Правду, прям. Прям очень. Жалею, что начал играть в Bloodborne. Купил диск. Давайте мы, наверное, уже эту локацию будем начинать в следующий раз. Сейчас мы пойдем 50 тысяч. Используем. Повысим наши статы. Потрясающие песни, ребята. Вот эта информация гораздо лучше. Венкул, ты меня, конечно, извини, но... Шары пиромантов. О, если устал, то оставь на потом храм Амана. Очень тяжелая моральная локация. Уже и время подошло, на самом деле, Лёш, поэтому мы будем... В принципе, наверное, уже будем заканчивать на сегодня. Повысим сейчас левел. Всегда, пожалуйста. Окей, here, ты сегодня удачно, как в принципе всегда. So that I may help you to see light, to see hope, however faint it might be. Когда-нибудь получу. О, да, ягода, естественно, была.
Так, здесь все. Holy Soul, спасибо большое за follow. There. Можно мерцающих в торговке с ядовитой Локи купить. Так. 5000 мне еще надо. You've been long. Well, I've only one thing to provide, and we both know what that is. Imagination, that's your creation. In the Barbie room, I can plastic. It's fantastic. You can fresh my hair and dress me everywhere. Imagination. Осколок титанита. А, мерцающих. А где здесь только осколки? Покоение. Смотри. Уголь вражды, понятно. Осколок титанита. Спасибо большое, Бурдлхейс. Третий раз. Он играет третий раз. Бэйн-бэйн. Делай снаряжение рассекающим. No interest. Suit yourself. Bearer of the... Until hope has fully withered. А, 5000, что я позвоню, уйди от меня. Оригинал подъехал? Это оригинал? 84-й год, твою мать. После вольт стада будет. Проехали позже. Понял, Лёш, понял. У нее появятся мерцалки, да? И почем они будут стоить? Наверное, невменяемых денег. Душ, я имею в виду. Да, я... Да, Юля, я понял. Ты можешь... Ну, ладно, хорошо. Я скину. Я скину. Там по-любому... Сколько? 10? Черт, кто использовал? Я хочу прокачать жизнь. Мне еще нужно 13 вообще. Ладно. А они не 15k, всего 3 штуки. Каждый по 15, 45 тысяч душ. И они больше не обновляются, да? Thank you kindly. Вот, ну что, ребята, мы будем прощаться с нашими зрителями на канале No... На канале YouTube. Канала No Game No Life. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Вы смотрели Dark Souls 2. И ждите продолжения. Пока.